Ну что, ребята, всем привет! С наступающим Новым годом! Я не знаю, правда, когда выйдет это видео. 31-го точно, но, возможно, Новый год у вас уже наступил. Поэтому с Новым годом! Если вы проснулись там где-то 8 января, то добро пожаловать обратно в наш мир! Вас тоже с Новым годом! Что, давайте подведем какие-нибудь итоги, да? Какие-нибудь итоги. Сейчас я буду открывать тут бутылочку шампусика и подводить итоги канала. Что хорошего случилось в этом году? В этом году мы с вами познакомились. Это безумно здорово. И спасибо вам большое, что выбрали именно мой канал для вашего времяпрепровождения, так сказать. Ой, было очень много всего интересного. Было, правда, как сказать, и взлеты, и падения, да. И какие-то хорошие видосы. И не очень. Сейчас я открою. Тут такой просто момент. И... Ненавижу шампанское открывать. Всегда страшно. О, то ли дело венцо. Само не лезет. Да что ж такое-то? Что ж ты будешь делать? Нет, лучше правой рукой, потому что она рабочая, так сказать. Так, позоришь меня. Отлично. Ура! Красота. В прошлом году было много чего интересного. В будущем, я думаю, что будет еще больше, еще веселее и прикольнее, потому что все как и начиналось, так странно, и я просто хотела снимать, кушать и никого не трогать, так сказать. И думала, что там, если 1000 подписчиков наберется, то я больше не буду снимать. Ну, за год я имею в виду. Вот, ну вот вы меня прям так мотивируете, вы меня постоянно направляете на правильный путь, заставляете меня снимать для вас. Ну не то, что прям заставляете, но мне хочется вас радовать, хочется вас как-то веселить. Вы мне постоянно пишете, когда видос, давай снимай чаще. Но я думаю, что вот раз в 2 дня это будет тот темп, который мы с вами возьмем, и вот он будет так и идти, потому что каждый день у меня, я думаю, что никогда не будет возможности снимать каждый день, потому что это очень запарно. Вот. А раз в 2 дня это такой хороший темп, я думаю, что вот мы им и пойдем. А насчет какого-то расписания, потому что вы просите и суши, как бы вы их не любили, но вы их все равно просите. А будет, конечно, и суши, и фастфуд, и домашняя еда, и сладенькое для сладкоежек. Все это будет в каком-то, ну, таком чередоваться темпе. Поэтому я думаю, что все останутся довольны, всем все должно понравиться в новом году. Будет много интересных блюд, много национальных блюд. Я думаю, что мы как-то побольше рецептиков, да, будем именно с готовкой, с жарочкой, там, варочкой и так далее. Побольше их тоже добавим, чтобы было как-то повеселее, поинтереснее. Я тоже буду свои навыки готовки усовершенствовать вместе с вами. Все, что вы мне писали, если вы просите что-то там такое прям очень важное, пожалуйста, дублируйте, долбите мне под каждым комментарием, потому что я
ой, под каждым видосом, потому что есть такая, как сказать, проблемка, забываю немножечко. Вот, поэтому пишите, если видите, что уже давно не было того, что вы просили. Я стараюсь как бы исполнять все ваши просьбы, капризы и приказы. Что еще? Что еще? Ну, пока вот так вот будем, в общем, идти такими вот небольшими шажочками. Мне очень нравится темп, который мы взяли. Это сейчас уже вроде где-то 25 тысяч. Я думаю, что за год это вообще... Я и не думала, что когда-то вообще столько наберу. А вот, спасибо вам большое каждому. Поэтому вместе с вами будем такими вот маленькими шажочками идти и придем, возможно, куда-то туда. Вот, хотя мы туда особо не стремимся, потому что, как говорится, у самурая нет цели, у самурая есть путь, поэтому сам путь снятия видосов, их просмотр, комментирование, все вот это вот вызывает намного больше эмоций, чем там количество подписчиков и так далее. А, как-то так. Вот, значит, что, Новый год? Хочу вам пожелать всего самого лучшего, всего самого хорошего, чтобы вы в новом году ваши все мечты сбывались, все ваши плохие, как сказать, эмоции остались в прошлом. Поздравляю вас от всей души с Новым годом. Здоровья, счастья, удачи, успехов. И пусть в новом году все у вас будет хорошо. С Новым годом! Только не убей меня, пожалуйста. Я очень боюсь всех этих пиротехнических штук. Вот. До скорой встречи. Увидимся в новом 2020 году. Все. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.